продолжаем переделывать советский велосипед. Он к нам приезжал в начале сезона, и мы на него поставили наши любимые колесики на промах, втулочки на промах, двойные обода. Смотрится все очень даже симпатичненько. Теперь не надо перебирать втулки, надо что настраивать. Дальше у нас здесь появилось теперь 5 скоростей и новая цепь. И такие покрышки интересные. Смотрите, какой толстый антипрокольный слой и хороший накат. И в то же время, если в грунты съезжать, то тоже будет этот протектор работать за счет погружения в грунт. Необычный фонарик дорожный. Такая моргалка. Вот, и теперь клиент хочет дальше улучшать этот велосипед. Здесь мы будем менять каретку. Вместо шариков будут промы. И будет новая система, соответственно, новые педали. Чуть позже я покажу, как это выглядит. Наверное, пока не буду. Такая красота у нас получилась. Каретка на промышленных подшипниках закрытого типа. Современные шатуны. И очень интересные педальки на трех промах.